Демонстрационные уроки с новогодней тематикой открыли череду праздничных мероприятий в ДК «Современник». Одним из первых зрителей порадовал образцовый ансамбль «Веснушки». Участие в постановках приняли около 400 юных танцоров. Впереди у коллектива дворца новогодние елки, которые будут проходить на протяжении всех каникул. Подумаешь, зато какая двойка большая! Гораздо больше, чем пятерка у Генки. «Барбоскины. Ночь в музее» – так называется новогодняя сказка, главные герои которой говорят голосами известных в городе людей – депутатов, педагогов, шоуменов и журналистов. Такой сюрприз для ангарчан приготовил театр масок ДК «Энергетик». На премьеру артисты ждут уже завтра, 23 декабря, в 2 часа дня. А главным новогодним событием в ДК «Нефтехимик» станет традиционный конкурс «Мисс Снегурочка». В этом году стать главной помощницей Деда Мороза пожелали 20 девочек из разных школ города. В группах поддержки участниц – лучшие коллективы дворца. Начало мероприятия в 12 часов 24 декабря. Это не просто конкурс, где девочки читают, там песенки поют. Это шоу, это сказочное новогоднее шоу. И по сюжету он превратился в сказку. Что девочки попали в сказку, ждут чудеса и сами совершают чудеса. Апофеозом новогодних мероприятий станут городские елки. Традиционно они пройдут во всех районах города. Ангарчан ждут целыми семьями в праздничных костюмах и с хорошим настроением. 23 декабря самая первая елочка будет открываться в 12 часов в поселке Юго-Восточный. Затем в 2 часа елки будут открываться в Одинске, в Мигете, в Саватеевке. Также в 2 часа будет открываться елочка в Китое. В 4 часа будет открытие елки в микрорайоне Цементный. Главная городская елка откроется в субботу 23 декабря в 16:30. Зрителей ждут веселые эстафеты, конкурсы и поздравления от Деда Мороза. А уже в 17:00 загорится огнями новая елочка в парке десятилетия Ангарска. Наталья Зарубина, Роман Буйнов. Местное время.